Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Ретро Пацан, уважаемые зрители. Хочу вам представить коллекцию ретро одежды, вещей из 90-х. Вот перед вами знаменитая турка, турецкий свитер. Носили его пацаны в конце 91-х, 92-х годах. В конце 91-го, 92-м году были популярны. Вот, на темном фоне вот эти зеленые, были красные, белые вставочки такие. Весь город буквально ходил, покупали на рынке. Такая вот знаменитая модель. Так, вот джемпер. Похож он на классический свитер Boys, которого у меня нету. Был он у жены, да, потерялся. Диско скутер. Такая модель купили мне в конце 92 года родители. Какое-то время я гонял, немножко опоздали, мода на них тогда уже проходила. Вот сохранился до наших дней тоже турецкий свитерок. Так, вот этот джемпер, модель была популярна у пацанов, у ребят. Примерно в 95-м году, осенью, многие носили его. Такой какой-то интересный. Но тоже полгода и мода на них прошла. Такой вот джемперок. Опять же, турецкий. Вот, тоже знаменитый свитер. Тоже носили все ребята его в 90-х. В конце 90-х годов. 90-х годов. Вот такой вот полосатый. Были коричневый, черный, зеленые расцветки. Но вот синий, наверное, самая популярная и часто встречающаяся расцветка была. Вот тоже сохранился до наших дней. Ну и вот знаменитая Аляска тех времен, которая была популярна у пацанов. Из-за нее было множество конфликтов. Пацаны друг у друга ее постоянно снимали. Как говорят, сейчас отжимали под предлогом затаскать. Потом не возвращали. Из-за этого даже войнушки велись меж кварталами, меж группировками. Тоже носить ее могли не все представители группировок. Старшие в основном, так как она была довольно ценным трофеем. Вот такая вот Аляска классического темно-синего цвета с оранжевыми вставками. Да, это вот 90-х годов. Вот воротник был там свой, беспонтовый, искусственный. Тут мы его нашили. Такой вот мех. Ну и вот Аляска современная. Вот фильм Alpha Industry. Изначально американская, ну, сделана в Китае. Тоже все вот по шаблону. Потому тоже все понтушки вот эти есть. Лента тут убрать перед полетом. Вот такая воротник из енота. Есть из волка. Тоже такой цвет классический. Один из двух классических цветов. Темно-синяя с оранжевой вставкой. И еще есть болотная. Тоже с оранжевой вставкой. Вот такая вот Аляска, довольно теплая. Ну, самый сильный холода, конечно, это не греет. Как бы там что ни говорили.
Все, подписывайтесь на канал Ретро Пацан, ставьте лайки. Всегда ваш, собственно, Ретро Пацан.